Больничный по-новому. Документы о нетрудоспособности с 2020 года тверичанам будут выплачивать другим способом. Об этих новеллах и как они отразятся на горожанах расскажем в сюжете далее. Теперь пособие работающим гражданам выплачивает напрямую региональное отделение Фонда социального страхования. Речь идет об оплате больничных листов, выплате пособий по беременности и родам, пособие при ранней постановке на учет. В этот же перечень входит дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Работнику, как и прежде, надо будет обращаться к своему работодателю, а, скажем, заболел, принес больничный лист, но при этом надо будет оформить заявление и в нем, в том числе, как раз и указать реквизиты, по которым фонд должен будет осуществлять выплату пособий. Либо лицевые счета в банке, либо почтовым переводом по их месту жительства. Как и прежде, документы на выплату пособия нужно предоставлять по месту работы. Например, для оплаты больничного листа работник представляет в отдел кадров или в бухгалтерию сам листок, бумажный и электронный, и заявление на выплату пособия с указанием способа получения пособия – на банковскую карту или по почте. Далее, в течение 5 календарных дней работодатель направляет в ФСС сведения, а фонд в течение 10 календарных дней после их получения выплачивает пособие. Важное изменение – детские пособия теперь будут перечисляться исключительно на карту МИР. Работникам необходимо озаботиться тем, чтобы эта карта была у них открыта. Выплаты фонд будет производить в сроки с 1 по 15 число для своевременного получения пособия тем гражданам, которые уже сейчас, на сегодняшний момент, находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет. Также необходимо заполнить заявление с указанием того вида возможного способа получения пособия. Это сделать нужно один раз. Кроме того, с нового года в обязанности регионального отделения ФСС также входит обязанность выдавать справки 2 НДФЛ, справки для субсидий и прочие справки по пособиям, выплаченным в 2020 году. Срок их изготовления – 3 дня.